Юху, всем привет, с вами Нот, с вами I've been Dale. Мы в этот раз щемим гномом. Так, но щемим гномом, пока щемим не пойми кого. Давай, забегай. Нет-то халявные стрелы. Ready. Мы не отдохнули, мы жизнь восстановили, это тоже хорошо. Идем дальше. Все в атаку, это штука. Командиры огр. Замес какой-то, прям толпы. Надо бы сказать что-то умное, да? Да быстро. I'm listening. Agreed. То есть у меня все закончились, да? I'm here. I await your instructions. Ну, нормально, почему бы нет? Так, заряды у нее кончаются. Ну ладно, если что, у меня еще есть. Done. Лупи, лупи. Это плохое. Your desire, I will do so. Понял, что за фигня. Your desire, I will do so. Давай, остудить что-нибудь. Я не понимаю, кто нас коцает. I'm on it. May I help? How can I help? Feed Mortis. Vita Mortis. Разбираться пошли. Ты хоть иди музыку пой-то?
Speak your mind very well. Да блин, ты можешь нормально кастовать? Чё, чё сюда забить? Опа, что это? Отравление. Так, кто вас тут лечит отравление? Слепоту, глухоту, болезнь. Нормально. I will assist you in any way possible. Your command? Very well. Your life is forfeit. Ready. Done. Here. Agreed. I am ready as always. Что-то прям зачарованно, это хорошо. А вот то, что все однотипное, не очень. Victory. Watch me work. Окей. Кольчуга плюс один. Два на шесть. Я даже не знаю, как это работает. Минус один. Yes. Не может быть снято во время битвы. Orders. I'm on it. Speak your mind. Минус два. Кольчуга дает какие-то штрафы. Сбегали? Непонятно. Копейка, копейку. Дай разбогатей. I'm listening. Так, нормально. Так, ну, видишь? Герас слишком однотипный. Посражался, отдохнул, посражался, отдохнул. Почитал, особо не думаешь. Так, это этаж ниже, да? Хотя нет, тут куда-то есть просто вход. А куда он не говорит, может, просто какая-то комната. Agreed. Типа тут какой-нибудь монстр живет. Путник, остановись, я буду говорить с тобой. Кто ты? Я не то, что вы видите. Раньше я был мастером преобразования. Алый. Волшебник Тея. Мои знания огромные. Всего. Даже не знаю, что спросить. Так ты оказался в этом теле. Меня звали Саблик Тен. Его учили мои
ошибки. Ошибки. Он использовал мою драгоценную магию, чтобы я стал таким. Время идет. Я в замешательстве. Надо сказать, я боюсь. Я в замечательстве, надо сказать, я боюсь. А чего боишься? Я просто пишу, надо же отвечать. Роги в этих коридорах, в моих коридорах. Дело моих рук. Они презирают меня. Я не могу уйти. Мой облик, мой дом. Наказание. За мое тщеславие. Я получал удовольствие, когда превращал их против воли. Я очень сожалею. Могу ли я что-либо сделать? Что сделано, то сделано. Я не могу оправдать свои действия или намерения. Но виновен не только я, и меня сжигает ненависть. Но только я должен ответить за это. Я лишь пешка. Так, мы опять вернулись. Ладно. Расскажи мне об этом подробно. Я буду краток. Я устал. Ты можешь помочь другим и мне. В этих пещерах тут у рогов главарь. Не просто главарь. И что в нем непростого? Он один из шести. Он и остальные. Они тут, чтобы не допустить вторжения. Назначил их тот же, кто принес зло мне. И многим, многим другим, без главаря. Роги разбегутся, зло ослаблено. Ты просишь убить их главаря? Я боюсь, нет другого пути. Меня обуревает вина. Я не могу оправдать свои поступки. Но то, что я сделал, лишь капля в сравнении с другим злом. Великим злом. Я подумал, подумаю, что я смогу сделать. Я очень благодарен. Я не заслужил такого сострадания. Подожди, у него есть эмблема, значок. Добудь его, принеси его. Я буду знать, что ты держишь свое слово. Потом я постараюсь объяснить. Я вернусь. То есть, если я пойду дальше, он меня убьет, да? Тесты-то почему ненадежны? Тесты вроде показывают все. Да блин, сейчас что угодно могут они подъехать. По ней пихать. По идее, её и когда-то она ж как осложнение. Просто так же она не вылазит.
Ох ты что. I await your in. I will do so. Yeah, right. I am ready as always. И стреляй. Done. А нам надо их вообще убивать или нет? Или это просто кто-то мутировал? Нам не дают отдохнуть. Так, и отдыхаем дальше. This time, action must speak louder than words. Он никогда, да, не закончит. I am ready as always. Он сказал, что они кто-то здесь прячутся, они не те, кто за кого принимают. Типа, найди, принеси эмблему, он все объяснит. Ладно, давайте сейчас сбегаем, потом сюда вернемся, если нет вариантов других. Скажем так, мы случайно их убили. Стой. Ну-ка, давай-ка проверим. Приветствую тебя. Я просто обниму еще раз. То есть он злой. Он красный. Что-то он не договаривает. Походу, он нас пытается обмануть. Done. Добрый человек бы не стал обманывать. Лабиринт. This was mine. Прикольный стол гнома был. Ага. Потайная дверь. Куда она? Никто не знает, да? Нормально так попали. Yeah, right. Ага, надо найти, как правильно пройти, да? On it. Чё, прикол? Пока не знаю. Ready. I'm on. Я в центр. Так, ну вот мы в центре ради чего?
blood. Непонятно. Here I go. Ты сразу от двух жахнул, да? Ладно. Чую, есть какая-то подстава с этим. Вот с этим. Молоток. Смотрите, молоток. X. Done. Молоток X. Ну-ка, здесь есть молоток? Yes, on it. Вот он, X. Вот он, молоток. Вот за громкий щелчок за ним еще 11 похожих, словно эхо звучит по... Так, хорошо. Понятно, теперь я по этим могу бегать. Теперь у нас шло X. Раздается громкий щелчок, за ним еще один из похожих эхо звучит по всей комнате. И кольца были, это помню. А. Yeah, on it. Что теперь? Ready, done. Помещение с круглым столом, что-то лязг. Ага, то есть этот тайник открывает тайник здесь. Done. Вы слышите, как в комнате с потайной дверью что-то сильно громыхает. Done. О-о-о. Зал с механизмом. Блин, что-то прикольно. Есть лабиринты, есть зал с механизмом, есть еще часть неразведанной комнаты. Где-то, кстати, смотрел, многие люди хвалят, что типа здесь очень крутые диалоги, очень крутая ролевая система. Не знаю, не замечал. Кто-то рассказывал, что Vampire The Masquerade самая хорошая игра для Vampire. Сколько мы стелсили? Нисколько, правильно. Потому что врут. Всех повалим. I'm on it. Hey, you need me? I'm listening. I'm on it. Куда же мне идти? Улет путь очевидный. Здесь, возможно, загадку никто не догадается. Ну, то есть я считаю, что я один такой. Покажи всем силу. I don't mind. Here I come. Играй. I am ready as always. Yeah. Нормально. Все лупим. Все лупим всех.
You have my undivide. I will do so. Это явно стоит дороже, чем... Захламлён. Ну, ещё продам просто куда-нибудь. Выкину, продам, не знаю. Тоже плюс один, да? I'm listening. Да, надо будет запереться в город. Пошли пока туда. Вообще довольно интересная загадка. I await your instructions. Восстанавливаю действия, истина, бла-бла-бла. Ready. I'm on it. Пошли вниз, посмотрим что-то. Они кого-то боятся, говорят, убей его. Но чувак злой, то есть он вполне может врать и сказать нам в конце ха-ха-ха. Ты поверил мне, ага-га-га-га-га-га-га. Массивный механизм для оперирования выдвижной лестницы. Он все еще поскрипывает. А вот недавнего использования. I'm here. On it. Here. Agreed. Done. Гномы, как всегда, в своей манере настроить какую-нибудь лажу. И типа крутые. Но при этом по чуду всегда вымирают. О, боги! И ты тоже хочешь осквернить останки нашего дома? Конечно нет. Тогда для чего ты нарушил покой храма Мурадина? Я просто хочу через него пройти. Это непросто. На ярусах мертвых по-прежнему бродит Терикан. Пока он жив, ты никак не пройдешь здесь. Тогда... Терикан? Терикан — это отвратительный некромант, который явился сюда сразу после той стычки, что погубила наши поселения. Он знает, какая трагедия произошла в пещерах Дорна, и нашел тут благоприятную почву для своих исследований. Что он тут исследует? Когда мы строили город, то вскрыли, по несчастью, пещеру, где помещается древний выход с плана негативной энергии. И неизвестно, почуял он нас какое-то создание с того плана, или же мы потревожили саму воронку, но вскоре тут появилась власть, появилась нежить. И эта нежить попала напала на пещеры Дорна? Сперва пара-тройка скелетов, ничего особенного. Но чем дальше, тем больше сообщали о нежити в разных местах. Но никто не ожидал, что в конце концов дойдет до того, что ныне называется битвой мертвых. И как началась битва? Как-то утром нас разбудили крики сына Джомада, да без разницы кого. Он играл в одной из пещер рядом с кузней и заметил небольшую группу скелетов. Мы отправили несколько воинов на разведку. Они вернулись все изрезанные. И что они там нашли? Сотни скелетов зомби, упырей и прочей нежити вокруг появились в пещере с той воронкой и собирались идти в атаку на поселение. Время было против нас. Мы собрали всех воинов, что у нас были, и выступили против мертвецов. Но вслед за этими появились новые и новые, а дворов становилось все меньше. Ни один двор Дорна не сдался бы, когда в опасности родным дом. Среди нас с каждым часом было все больше раненых, и многие наши павшие братья пополняли ряды врага. Нам уже казалось, что придется отступить, но тут совершилось чудо. Какое? Из волны плоти, из костей, катившейся на нас, вдруг явился Джамат и принялся с хохотом рубить мертвецов вокруг в каком-то восторженном исступлении. Нежить вокруг него рассыпалась от каждого взмаха его топора. Даже если он ее не задевал.
О, друг, это было прекрасное зрелище. Нежить погибла от одного его присутствия? Но как? Мородин в тот день благословил Джумата и всех нас. Потом мы обнаружили, что воронка, через которую к нам лезут нежить, почему-то стала наоборот, затягивает духов назад. В их родной план негативной энергии. И тогда пришел Терикан, он же некромант, а потом он должен был знать о воронке, правильно? Да, мы оставили эти помещения, и тогда Терикан расположился в зале героя, планируя восстановить воронку. Подобные есть и в других местах в Файруне. И он считает, что сможет их контролировать, если разгадает тайну этой воронки. Ну как? Мне кажется, энергия воронки должна убить любого, кто к ней подойдет. Терикан знал, что смертному не под силу управлять воронкой, поэтому почти сразу же после своего прибытия он стал готовиться к ритуалу превращения в лича. Нам повезло, что он, вероятно, пренебрег некоторыми частями процесса и потому стал не столь могущественным, как большинство личей. И что же, можно ли его как-то остановить? Терикан намного сильнее, чем я. Удивительно, что я еще сохранил здесь собственный разум. Когда Терикан встречается с этим помещением мертвых, он с помощью некромантии подчиняет их своей воле, а всех живых он убивает. Возможно, я избавлю вас от Терикана. Это не так просто. Терикана нельзя убить, просто поразив его тело. Его жизнь заключается не в телесной оболочке. А где же? Жизненная сила лича хранится в специальном созданном амулете, сосуде души. Большинство личей всеми силами берегают свои сосуды души, укрывают их в удаленных местах, где никто не мог бы их разыскать, и охраняют с помощью магии. Но Терикан убежден, что его сосуд души в наиболее безопасности рядом с ним, и поэтому хранит его в одном из склепов в зале героев. То есть нам надо всего лишь попробовать пробраться туда и уничтожить эту вещь. Его нельзя уничтожить обычными стрелами. Да, для этого необходимо убрать его с этого плана. Честно говоря, эта задача меня пугает. Ну а нас пугает не больше, чем остальные невыполнимые здания, за которые нам приходилось браться тут, на севере. И как же можно убрать сосуд души с этого плана? Здесь нам повезло. Терикан может уничтожить сама воронка. Которую он исследует. Она в зале героев, в склепе Джамота. Любое неупокоенное существо, каким бы сильным оно ни было, войдя в склеп, тут же будет увлечено на кошмарный план существования. Поэтому я никогда не могу сам войти туда. Итак, значит, чтобы уничтожить Терикана, мне надо просто принести амулет в могилу Джамота. Звучит довольно просто. О, но для того, чтобы попасть в зал героев, нужно пройти через ярусы мертвых. А там поселился Терикан. К тому же огромная дверь в зал заперта. И я не сомневаюсь, что ключ Терикан держит при себе. Если ты уничтожишь физическую оболочку Терикана, он через некоторое время вновь вернется к существованию. Так что тебе нужно будет успеть попасть в зал героев. Попробуй с этим разобраться. Че, у тебя какие-то вопросы есть? Расскажи мне о Терикане, я хочу узнать конфликт, который произошел. Кто ты? Дай мне по барабану. Ага. Ну что ж, давайте вот на этом закончим. И все эти залы героев, прочь, улажу. Ярусы мертвых. Будем разбираться потом. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.